начиная, ну вот, с тех самых вопросов, которые определяют характер власти. Власть должна быть всеохватывающей. Она не должна распадаться. И то, что передают местным, например, органам власти какие-то функции государства, да, это совершенно оправданно. А тут особенно медицинские те же самые услуги. Вот. Это касается и, да, государственных служащих. Вот здесь очень много как раз принято изменений. Да, вот были годы, когда определенная сфера отношений между людьми, прежде всего, да, вот она, ну, воспринималась так вот где-то второстепенно. А вот сегодня, ну, кто такой государственный служащий? Ну, скажем, чиновник высшего ранга. Это, наверное, человек, который любит свою страну. Поэтому вот все меры, которые предусмотрены вот в новом таком понимании Конституции, да, вот они создают того самого человека, который чувствует ответственность. Вот сегодня просто идет речь о приоритете. Приоритете внутренних конституционных норм над международными нормами. И это вполне обоснованно. Лучше себя обезопасить. И в данном случае это и есть продолжение нашего суверенитета.